Здравствуйте. Это Northern Stone Wrestling, у микрофона Алексей Красильников, и мы продолжаем смотреть шоу «Абсолютное безумие», которое состоялось 9 апреля в Санкт-Петербурге. И сейчас на очереди большой командный матч. К рингу выходят его первые участники, это царь и его дружина. Царь, напомню, остался без Яробора, который получил травму. Я не вижу, чтобы у царя был еще четвертый участник. Этот матч 4 на 4 был заявлен. Он вырос, можно сказать, из противостояния, которое началось еще в январе на шоу «Ультиматум». Сейчас царь просит микрофон, видимо, что-то будет прояснять. Сегодня со мной нет одного из моего верных витязей. Он получил тяжелейшие увечья. Когда, где и как, и при каких обстоятельствах это случилось, я пока... Но я лишь смею догадываться, кто посмел приложить к этому свои грязные руки! Да, видимо, четвертого участника действительно сегодня не будет. Остается только догадываться, что будет дальше. А к рингу выдвигается вот эта группировка из четырех человек, которые начали наводить хаос в NSW уже несколько месяцев. И что получается, сейчас будет матч четверо против троих. Я так понимаю, царь намекает на то, что именно его сегодняшние оппоненты стали причиной того, что третьего дружинника, четвертого участника команды с ним сегодня нет. И начинается потасовка. Еще я не вижу судьи, я не вижу никакого объявления, я не слышал гонга. Схватывается дружина с отморозками. Царь берет на себя сразу двоих. Рея просит остановиться. Стойте, у меня есть предложение. Рот закрой. Слышь, очкарик, рот закрой. Знаешь, царь, смотрю я на тебя и на твою дружину и думаю, что забыли эти достойные кавальерос. Рей пытается подкупить оставшихся двух дружинников. Для того... Беги в магазин! И они соглашаются. Царь остается один. Это будет продолжаться в качестве матча или как это будет вообще, что дальше, я не знаю. Как это прокомментировать? Один против четверых. А рефери на ринге и дает команду начинать матч. Царь уже немножечко... Я даже в словах немного путаюсь. Царь немного потерялся в начале матча, но тем не менее смог отбиться от первого нападения. Бой продолжается. Второй представитель этой бригады Реи проводит царю удачный бросок. Но царь успешно атакует и его. Смог провести контратаку. Некбрейкер.
Мы еще не очень хорошо знакомы с этими... С этими братками, я даже не знаю, как их правильно назвать, с этими отморозками. На ринге третий представитель этой бригады. Он сбивает с ног царя. И еще раз сбивает его с ног. Зрители поддерживают царя. А вот тут пропускает еще один бросок. На ринг выходит единственный, кого, пожалуй, мы из этой группы знаем. Это Петруха, знакомый многим по выступлениям в НФР. Царь получает командный кнут, одновременный удар локтями. А вот эти действительно подкаблучники Рей, как их назвали зрители, добавляют к атакам еще и унижение. Царь приходит в себя, но проводит несколько ударов локтем. Разбегается, но попадает в захват. И мощнейший сайдлэм. Петруха продолжает не только избивать царя, тот проводит контратаку и проводит мощный спайнбастер. Может ли это перехватить инициативу? Это вот действительно не нужно. Не нужно слишком много отвлекаться на общение со зрителями. Это помогло царю перевести этот бой в нужное себе русло. Он проводит успешные атаки всем своим сегодняшним оппонентам. Его поддерживают уже зрители. Он оказывается напротив Петрухи, с которым у него как раз с того январского шоу с ультиматума и завязалось противостояние, когда первый раз они набросились на царя во время его коронации. Именно тогда Петруха проявил, можно сказать, наибольшее количество атак. Именно на царя он обратил свое пристальное внимание, а царя сбивают с канатов ударом ногой. Он падает, Петруха успевает откатиться. И добивает он царя, конечно. Передает текст своим друзьям, напарникам, товарищам. Я не знаю, как их правильно назвать. И царя снова поднимают. Но вот этот сокрушительный командный слэм, который мы уже... к которому мы уже привыкли, который мы уже видим. И очень забавно, конечно, смотреть, что именно Петруха призывает своих напарников соблюдать правила, которых они, в принципе, не признают. Еще один мощный текл от вот этого человека в форме для американского футбола. Удержание. Раз, два, три. Да, царь был полностью, конечно, у него не было ни полшанса в этом матче, если это, конечно, даже матч можно назвать. Избиение продолжается. Что нужно этим людям, если честно, сложно сейчас понять, сложно что-то вообще предположить. Как видим, их даже, я так понимаю, командное чемпионство не особо прельщает, потому что матч, который был назначен, они согласились на него, не добавляя никаких в него условий, хотя мы видим, что вот этими путями они могли бы совершенно спокойно царя и титулы отобрать. Царя выбегает проверять его состояние, его спутница Варвара. И это позволяет подняться на ринг еще и Рей, которая отмолчалась, отсиделась за пределами канатов во время этого избиения, но здесь решает напасть.
А посмотрите, кто возвращается. Это Руна. Мы не видели ее больше полугода, когда именно в матче против Рей она получила очень тяжелую травму. Она получила, если мне не взять память, сотрясение мозга. Набрасывается одна на Рею, но, естественно, очень быстро ее оттаскивают, поскольку четверо человек на стороне Рей. Так, готовит удар, но на помощь ей приходит шаман, который зачищает ринг, отбрасывает, отбивает отморозков этих непонятных, мутных, и сейчас все превращается в противостояние именно Рей и Руны. И новый какой-то слой вот этого непонятного появления удерживают девушек от каких-то кровопролитных последствий, да, заботятся о Рее. Вот эти четыре непонятных отморозка, еще предстоит выяснить почему, но не пускают ее в эту потасовку, где она могла бы получить какие-то удары или как-то еще больше навредить себе. И это позволяет, и возвращение Руны позволяет царю в конечном счете избежать каких-то тоже большего позора, большего избиения, поскольку матч один против четверых позором ни в коей мере назвать нельзя. Да, царь был бит, ему, наверное, чуть не в первый раз указали на ринг его место. Посмотрим, как он на это отреагирует и к чему это приведет в дальнейшем.